Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что в теплый день после праздников вы осмелились прийти в этот клуб, потому что соблазнов много в такую погоду, понятно? Мы не будем дожидаться тех, кто там еще забронирован, и начнем путешествие в музыку. А сегодня играет укороченный состав Exotic Band в связи с майскими днями. Ну, в принципе, это почти то же самое, у нас просто хватает африканцы, джами, самбы, сенегальцы, африканцы-сенегальцы, и второй еще из Гвинеи у нас, товарищи. Что будет, будем решать по ходу. Thank you.
Спасибо, это была импровизация. Прямо сейчас, если у кого-то будет название готово к этой композиции, пожалуйста, скажите, ладно? Потому что мы посмотрели друг на друга и сказали, какая тональность до определения, вот до тональности была с небольшими отклонениями. А сейчас мы поиграем несколько программных композиций с альбома Мандала 2008 года. Мы ее практически очень редко играем, почти уже не играли несколько лет. И первая композиция, Слав, чуть-чуть будет побольше ревера, ладно? Называется она «Алалабай». Thank you.
Спасибо. Вот давно не играли, в конце немножко перепутали, сколько же раз там играть. Та-та-та-та-та-та-та-та. Да? Это была композиция «Лалабай». А мы сейчас сыграем, а зима закончилась. Вы знаете, мы недавно с Евгением прилетели в город Архангельск. Здесь было 26, мы выходим из самолета, а там снег везде. А где-то в апреле месяце я как раз попрощался с этой композицией, сказал, что мы ее больше не играем, потому что зима закончилась. Вот в Архангельске пришлось снова играть ее. Называется она «Лапландия». Thank you.
Мы сейчас играем композицию также авторскую, которая называется «Чайна Таун». Thank you.
Thank you.
общем, дорогие друзья, небольшой перерыв, и мы вернемся на сцену. Спасибо. Мы продолжаем. Спасибо всем, что с нами. Спасибо. Мы второе отделение немножко поиграем другую музыку. Музыку акустического джаза, которую с удовольствием тоже играем, программно играем. Она бывает посвящена либо просто джазу, либо просто иконам джаза. Такие джазовые истории. Сейчас играем очень интересный блюз, который называется «Bugs Groove». Thank you.
Спасибо, ну вот такой совсем старый блюз. Спасибо, мы специально второе отделение на контрасте вернулись в очень раннюю эпоху. Еще одна известная мелодия, очень красивая мелодия, которую я очень люблю, называется она «Body and Soul».
Спасибо. Ну, попутешествовали в старом. Вернемся к чему-то. Вот, по-моему, вы спрашивали. Что вы спрашивали? А вы будете петь или танцевать? А мужчины? Готовы петь? Нет? Готовы. Ну тогда. Олег, существует один вопрос, можно? Да, нужно. А в этом году вы будете участвовать в Сайбе Джаз в Ахалинске? А когда там будет? 14 июня. Я как раз в это время буду в своей любимой Хорватии тоже выступать на фестивале. Скорее всего, или в другой клубе. А где в Пула. Пула, Ровень. Так что будете там. Находите, я вот карточки раздал, там есть все контакты. Я уверен, что я буду в это время, скорее всего, там. Но я прилетаю 18-го обратно, и 3 концерта у меня будет в Москве. Так что с огромным удовольствием буду что-то играть. И вообще можно общаться, я с огромным удовольствием общаюсь на Фейсбуке и в личном каких-то контактах. Кстати, землячка ваша. Да вы что, мне очень приятно, что здесь землячка, и вон там еще, кстати, стрельтома. И здесь еще? Ну, браво, браво, Башкирия. Вот что они, значит, за религию. Спасибо огромное. Так, ну, у нас девушка, вы откуда? Москва. Вот Москва. Ну, сейчас, видите, здесь многие уже стали. Ну, давайте не будем разбираться в колене, в каком. Я в 98-м году, хотя по-прежнему родину люблю. Хотя, в принципе, в моем понимании, родина, наверное, действительно, где хорошо. А где хорошо, там, где друзья, конечно, в первую очередь. Для меня нет разницы, когда меня друзья окружают в Нью-Йорке, будь то это в Лондоне, или я долго жить в Бирмингеме. 3 года в Кракове было проведено, самые такие странные времена в Советском Союзе. 3 года вот последние, я буквально 3 месяца назад вернулся, почему меня особенно тут не видно было. Я создал там клуб, если будете, рекомендую. Но если вы, конечно, любите такую музыку, это диджей, это глобальный клуб такой на 3-4 тысячи людей. И у нас там выступали и выступают, мы передали это всем хорватам, потому что ну, моя музыка все-таки джаз. Только Дэвида Гетта мы не привозили туда, а все остальные, Юрис Ворны и так далее. Хорошие диджеи, и хаус я теперь разбираюсь, и коммерческие диджеи. Горан Брегович у нас выступал, по-моему, да, 2 или 3 раза. И все экс-югославы, только они немножко получше, чем... Они играют все вживую и здорово поют. Они не поют под фонограмму. У них потрясающий музыкант оказался, хорватский. И я там умудрился еще сделать много концертов в городе Пуле. Так что летом тоже буду продолжать там, наверное, эпизодически что-то устраивать. Олег, а как вы успеваете еще и быть советником? Советником президента по культуре. Ну, я активно сейчас перешел на это. Давайте, если вдруг превратилось в конце встречи, с огромным удовольствием расскажу, хотя не ожидал. Я очень активно, когда Рустем Закич Хамитов пришел туда, после одиозного очень товарища, который сейчас существует, господин Рахимов такой. И, в принципе, новый президент оказался очень интеллигентным, очень порядочным человеком. Много чего могу рассказать про него. Человек любит классику, человек любит джаз. И вот первые 2 года, когда я еще был в Москве, с 10 по конец 11, я активно пытался, здесь земляки сидят, для них уши, расскажу, что я там делал. Я очень активно, наверное, 2 или 3 года пытался сделать много чего хорошего. Даже умудрялся поменять министров некоторых совсем одиозных. Но я понял, что одни сменяют других, это бесполезная борьба. Очень много хороших людей там в Башкирии, просто людей, очень много культурных людей. И хочу сказать, что система эта, к сожалению, она не позволяет вот сегодняшнюю атмосферу мировую взять куда-то перенести в Чувашию, взять куда-то перенести в Башкирию. Но что-то, ростки какие-то пробиваются. И, ну, в принципе, удалось, например, сейчас министром культуры у нас стал замечательная пианистка и так далее. Конечно, она тоже в рамках действует. К чему я хочу сказать? Что должность общественная, но успел многое сделать. Я запустил там механизм, идут очень много фестивалей. В консерватории открылся джазовый класс, я тоже помогал им много. Идет фестиваль «Розовый пантер», по-моему, 12 или 13. Это уже все проходит без меня. И в Кремле концерт я здесь сделал, родом из Башкирии, оказалось много. И Алсу, и это «Ласковый май» наш оказался разным, то ли он там в детдоме был.
То есть очень много интересного было сделано, но и потом вот где-то два последних года уже сил на все не хватает, чтобы... Я помогаю, если меня, конечно, зовут или просят что-то сделать, или я сам что-то придумал. Но механизмы созданы, они растут, вы знаете, как бы не сопротивлялась вот эта структура, все равно очень много доброго рядом стоит с чиновничем и делает очень хорошего. Ну, а я понял, что губить жизнь на чиновников не имеет смысла. И когда было, по секрету скажу, два раза было предложение стать министром культуры, я сказал, что я саксофон не могу класть на полку. В такое условие было. И остаюсь им, стараюсь помочь родне. Спасибо. Будущего Далее. Будущего Далее, да. Простите за такое путешествие, вы сами спровоцировали. Не собирался. Здорово. Я думаю, в любой стране, в любом регионе самое главное люди – это вот правда. Не просто хочется приятно сказать. Так, вы что заказывали? А вы что говорили? Я же чего ничего не знаю. Ну ладно, все мужчины обещали пить. Да? Да, сказали, что женщины. Женщины тоже свои.
Виктор Матюхин, бас-гитара. И Евгений Гречищев. Большое, что были с нами. Спасибо. Есть пару компактов, если кому-то хочется унести с собой, это можно приобрести. Спасибо. Кстати, я буквально одно слово хотел сказать. Я вспоминаю, что безвременно для меня ушедший человек, очень прекрасный человек, Георгий Горонян, очень любил вот эту композицию, он всегда исполнял. Да, Валерий, всегда играл. Эту композицию, она просто у него была, по-моему, таким хитом. И кстати, вот тоже всегда просили, может, чтобы Гиргорянович сыграл. Так что давайте встречаться живыми, здоровыми и до новых встреч. Спасибо. Когда встреча будет? Я, честно говоря, по-моему, в июне я здесь есть, 21-го, что ли. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо.